Теперь давайте продвинемся, если это возможно, к следующей секции. И называться этот раздел будет «Церковное руководство» или «Церковное администрирование». Начнем мы с вами с далеко не самого сложного понятия. В этом легко будет разобраться. И некоторые из нас могут сказать, здесь вообще, наверное, не о чем говорить, потому что ведь церковь — это духовное создание. Так что на уровне поместной церкви вообще не требуется никаких организационных мероприятий. Но в ответ на это возражение я написал целый список. Вы можете найти это в вашей рабочей тетради. И, как видите, в начале этого списка есть указание на то, что, по крайней мере, некоторая организационная структура указана в Библии в отношении поместной церкви. И все это может показаться довольно интересным. Но в то же время вы можете сказать, а посмотрите, вы же только недавно говорили, что мы не должны превращать описательные тексты в предписательные. Что ж, я этого не делал, но во всяком случае считаю, что нужно об этом поговорить. Давайте обратим внимание на пару строк в начале этого списка в вашей рабочей тетради. И там, в первом пункте, я обозначил организационные структуры или формы организации церкви, которые описаны в Новом Завете. И похоже, что нигде в Писании мы не читаем, что такие формы организации осуждаются или запрещаются. Похоже, что предполагается, что какие-то формы организации церковной жизни необходимы для того, чтобы был порядок в церкви. И другое утверждение, которое мы здесь делаем, что есть определенные организационные формы, которые предписываются в Священном Писании. Похоже, что в Писании предполагается, что поместная церковь будет встречаться все вместе, и у них будет какая-то структура руководства. И если это так, то похоже, что, по крайней мере, какая-то форма организации требуется. Я здесь не имею в виду, что мы можем утверждать, что в первых христианских церквях была какая-то развитая организационная структура, и что, возможно, она как бы отражала определенные организационные структуры современных деноминаций, церквей в деноминациях, и предполагала определенных лидеров поместных церквей. Нет, я этого не утверждаю. Мы видим только указания, что в те времена были определенные организационные структуры в первых церквах, и что были определенные вещи, которые в церквах требовалось делать, и об этом я упоминал в записях, в рабочей тетради. И для того, чтобы это делать, и чтобы все это было каким-то образом организовано, и для этого, очевидно, необходима какая-то организационная структура. Теперь, вы, возможно, можно даже скажете, но зачем вообще об этом говорить? Это и так все очевидно, ясно и понятно. Что ж, я думаю, что все же необходимо об этом упомянуть, потому что может наступить момент, когда вы встретитесь с христианином, который вообще против любой церковной организации и структуры. И, возможно, люди такого склада мышления редко вообще появляются в каких-то церквах, потому что часто они думают, что, ну, мне не нужно быть членом поместной церкви, у меня уже есть взаимоотношения с Господом Иисусом Христом, я следую руководству Духа Святого в моей жизни. А поэтому я считаю, что давайте вообще не будем иметь ничего общего с поместной церковью. Что ж, возможно, такая точка зрения совершенно не привлекает вас.
на данный момент. Но всегда были люди, которых эта идея привлекала. Я думаю, что важно нам осознавать, что нигде в Писании ничего не говорится о том, что это нормально избегать быть частью поместной церкви верующих. Наоборот, Писание предполагает и ожидает, что будут поместные церкви, и люди будут частью этих поместных церквей. И это участие в поместных церквях будет осознанно, обдумано и осуществлено в определенном порядке. Хорошо. Возможно, у вас возникли какие-то вопросы или какие-то комментарии вы хотите высказать по этой теме. Возможно, сейчас эта тема не настолько бурно обсуждается, не так противоречива, но в 60-х, 70-х годах 20 века идея организованной церкви, поместной или шире, была не настолько популярна в определенных кругах. И если только у вас нет кого-то из своих в руководстве церкви, другие, не связанные такими взаимоотношениями, могут задаваться вопросом, а зачем нам вообще нужна организационная церковная структура и тому подобное? Разве мы не можем просто действовать под руководством Духа Святого, и все будет замечательно? Да, мы, конечно, должны следовать руководству Духа Святого, но если нет в церкви никакой взаимосвязанности, никакой структуры, то вполне возможно, следуя таким путем, можно дойти до того, что вообще ничего не может быть сделано, организовано и упорядочено в церкви. И служения, которые проводит церковь, могут быть совершенно беспорядочными или вообще ничего не может быть сделано. У людей бывают и появляются разные нужды, но некому позаботиться о том, чтобы о людях с нуждами позаботились. Никто не посмотрит, чтобы организовать и распределить людей, чтобы послужить таким людям с нуждами. И, конечно же, все это будет в беспорядке. А теперь в следующем разделе нашей рабочей тетради мы перейдем к конкретному рассмотрению определенных служителей и служений в церкви. Здесь я разделил служения и служителей на разные категории. Категория временных служений или необычных служений, и также категория постоянных служений и служителей. Так вот, посмотрите, на первой и второй страницах этого раздела вы видите описание необычных и временных служений и служителей. И опять же хочу упомянуть, что вот этот материал будет вызывать различные споры, разногласия между людьми. Есть группы, которые считают себя апостолами последних дней. Здесь в контексте я поместил эту информацию о людях, которые думают, что особое служение, которое было у первых апостолов при основании церкви, и что эти служения не продлились до наших дней. И если вы считаете, что апостольское служение существует и в наши дни, вам следовало бы определить это и описать природу этого в более широких общих понятиях и терминах. И я думаю об этом так, как Писание нам это показывает. И еще, конечно же, встает вопрос о том, есть ли в наше время еще такое служение, как служение пророков, пророческое служение. Могут ли быть пророки в наши дни? Определенные группы уверены, что да, действительно могут. И они, скорее всего, знают кого-то, кто имеет дар пророчества и является пророком. Вот что я хотел бы здесь предложить. Описание пророков в Новом Завете — это не описание ветхозаветных пророков. Есть места в Новом Завете, в которых говорится не о ветхозаветных, а о новозаветных пророках. И в рабочей тетради внизу вы находите описание, какую роль играли эти пророки в первых церквах, почему они были необходимы. Члены ранних церквей могли почитать Ветхий Завет, но Новый Завет еще не был написан и собран воедино. И, как часто случается, между эрой ветхозаветных пророков и временем служения Иисуса Христа здесь на земле, главным текстом для основания, для проповедей служил ветхозаветный текст.
И что ж, нельзя сказать, что в Ветхом Завете ничего не относилось ко Христу. Но там все же не так много было, на что можно было опереться, и как это можно было соотнести с жизнью первой христианской церкви. Так что представьте себе первые христианские группы, которые собирались, и во время богослужения им необходимо какое-то конкретное, относящееся к их жизни, слово от Господа. Это могло быть какое-то воспоминание о том, чему учил Иисус Христос, но, скорее всего, но в то же время многие люди вообще ничего не знали о Христе до того, как им кто-то что-то объяснил и принес им благую весть. Но они хотели слышать слово от Господа. Так что в Новозаветней Церкви, Новозаветнюю Эру, до того, как был завершен Новый Завет, были люди, которые получали слово от Господа, и которые высказывали это слово во время богослужения и поклонения. И если именно такова была задача у пророков и пророчеств того времени, то есть причина с некоторым скептицизмом относиться к идее о том, что служение пророков и пророчеств продлилось и после вот этой новозаветней эры, которая была до того, как новозаветние писания, канон, были написаны и утверждены. И дальше на следующих страницах нашей рабочей тетради описывается служение евангелистов и учителей. О них мы поговорим после перерыва. А сейчас хотелось бы задать вопрос, есть ли у вас какие-нибудь вопросы, какие-то комментарии по пройденным темам. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, я видел людей, которых в церкви называют пророками, и эти люди были как бы двух различных форм. В одной форме, как вы описывали здесь, они в церкви действовали под водительством Духа Святого и доносили слово до Божьего народа. И эти конкретные служители действовали в какой-то конкретной церкви, служа нуждам этой церкви. И я также видел пророков, которые шли в разные церкви, и там они могли конкретно обращаться к конкретным людям в той или другой церкви. И порой такой пророк указывал на определенного человека в церкви, и совершенно не зная этого человека, его жизнь, он говорил о каком-то конкретном грехе в жизни этого человека. И этот человек, к которому обращался пророк, подтверждал, да, действительно, это так. И я видел, как это происходило. Да, здесь мы видим иллюстрацию того, о чем мы с вами говорили. В то время как есть много групп христиан, которые утверждают, что те служения пророческие были, но они закончились, когда было закончено написание Нового Завета. И есть группа христиан, которые считают, что пророческое служение до сих пор действует в наши дни. Позвольте мне просто сказать, если вы не против, то, что я еще здесь не озвучил. Даже если вы уверены, что такое пророческое служение, которое было у первых христиан, уже не существует, это еще не значит, что люди не могут получать дар пророчества от Господа в наши дни, и что никто в наше время не может иметь такой дар. Но даже если вы думаете, что ни пророческое служение, ни пророческие дары в наше время не проявляются, это все же не значит, что даже если кто-то утверждает, что он имеет дар пророчества, что он не прав. Как мы и раньше упоминали, порой, даже если человек не имеет конкретный дар на какое-то служение в определенное время, он может понести то или другое служение. И если вы услышите, что брат или сестра рассказывает о ком-то, кто несет такое пророческое служение,
прежде чем вы заключите, что это абсолютно неверно, не спешите с негативным заключением, потому что в определенных ситуациях это может быть правильным, и, может быть, в других ситуациях это может быть неверным. И если в наше время ни у кого нет даров пророческих, это не значит, что Бог замкнул себя в этих ограничениях. Не значит, что Он иногда не может проявлять дар пророчества через определенных людей. Вот что я хочу сказать. Вы можете верить, что это частично проявляется, и при этом не обязательно верить, что это всегда и везде должно быть в наши дни. Если часть этих проявлений вы видите неверной, иными словами, если вы не верите, что в наше время могут быть пророки, это не заставляет вас прийти к заключению, что никогда не могут никакие пророческие дары в наше время проявляться. Даже если нет пророков в наши дни, и ни у кого нет дара пророчества, тем не менее, могут быть случаи, обстоятельства, когда Господь проявляет пророчество через кого-то в поместной церкви. И я надеюсь, если вы негативно относитесь к идее пророков и дара пророчества в наши дни, вы никогда не броситесь в другую крайность и не будете утверждать, что Бог никогда не будет проявлять дар пророчества уже. Я думаю, что если вы придете к такому заключению, то оно будет частично неверно. Пожалуйста. Знаете, в том вопросе, который я задал, я говорил о конкретных людях, которые я лично знаю. Они пророчествовали в рамках совершения пророческого служения. Да, конечно. И я думаю, было бы полезно, если бы вы захотели с нами больше об этом поделиться. Есть деноминации, в которых пророческое служение – это часть общего служения этих деноминаций, церквей. Многие из нас, включая меня, выросли в деноминациях, в которых даже и не задумывались о специальном служении пророческом. Но нам нужно понимать и осознавать, что другие христиане, которые думали об этом, пред Богом они такие же дети Божьи, мы равны в этом. Могли бы вы поделиться, сказав, какие деноминации, какие церкви считают такое служение типичным? Конечно, пожалуйста, церковь, которую я упомянул, обычно рассматривается как внеденоминационная церковь. Ее также называют харизматической церковью. Кому-то это кажется хорошо, кому-то плохо. Я, конечно же, не хочу навешивать никакие ярлыки, но я говорю здесь о тех людях, которых я лично знал. Я был в нескольких церквах вот такого типа, и я наблюдал за жизнью этих церквей в течение нескольких лет. И я наблюдал за людьми, которые вначале произносили такие пророчества, а потом с годами у них как бы замедлилось проявление этого дара. И когда я рассматриваю это в аспекте различных даров и служений в церкви, проявляющихся, таких как служение действия пророческое, евангельское, учительское, я смотрю на это скорее с перспективы различных служений и действий в церкви для назидания членов этой церкви. И это конкретное направление деятельности служения церкви необходимо для того, чтобы привести в полноту знания и в образ Иисуса Христа, для того, чтобы развить в теле Христовом в церкви личные взаимоотношения между членами церкви, чтобы люди могли видеть ясно главную цель, для того, чтобы они могли пойти и послужить другим людям и привести их к спасительному знанию об Иисусе Христе. И я смотрю на это как бы на взаимодействие различных частей тела. Я рассматриваю это как действие служения людей с руководящими способностями и со способностями к учительству для того, чтобы научить всему необходимому церковь. Да, и то, что вы говорите, полностью соответствует тому, что Писание говорит о цели этих даров. И ободрение для нас дается в том, чтобы использовать эти дары. И вот эти духовные дары, духовно одаренные люди даны не просто для того, чтобы мы сказали, «О, у нас в церкви есть апостолы, смотрите, какая у нас полноценная церковь». Цель не в этом.
Цель в том, чтобы эти люди могли совершать необходимое служение для церкви, для того, чтобы все христиане могли действовать, проявлять те дары, которые у них есть, и таким образом помогали друг другу в теле Христом расти и развиваться, и процветать. И вот еще важно здесь добавить также. Я думаю, что вы уже заметили, почему я считаю некоторые из этих служений, направлений деятельности временными, и когда мы говорим о служениях евангелиста и учителя, то и здесь не ясно, насколько эти служения проявлялись всегда в церкви, и, возможно, мы просто размышляем о служении пастора или профессора и задаемся вопросом, а проявляются ли у них духовные дары. Но, однако, хотя я и думаю о том, почему эти дары могут быть временными духовными дарами, но при этом я не думаю, что такая постановка вопроса, являются ли эти дары постоянными временными, должно влиять на мое отношение к тем людям, которые считают, что они пророки в наши дни. Мы можем не соглашаться по некоторым из этих вопросов. Я могу чувствовать себя некомфортно в церкви, где в служении участвуют проявления таких даров, но это не значит, что я решу не иметь никакого дела с ними, и я не считаю, что это означает, что они более духовные или менее духовные. Ничего подобного. И я не считаю, что нужно разрывать взаимоотношения к всем, кто считает, что эти дары и служения проявляются в наши дни. Я думаю, что можно и придерживаться, признавать проявление таких даров в наши дни, и можно также придерживаться непризнания проявления таких даров в наше время. И вот это признание или непризнание можно выразить такими способами, которые не оскорбляют и не обижают людей, придерживающихся других позиций. Но я не думаю, что отношение к этим дарам, проявлению этих служений, является тестом на вашу ортодоксальность или еретичность. Я думаю, что это одна из областей, по которой мы можем соглашаться или не соглашаться, и при этом продолжать любить друг друга, ценить друг друга и иметь общение друг с другом. Пожалуйста. Вы знаете, мне интересно, что бы вы сказали, когда был завершен канон Нового Завета? Похоже, что разные богословы, исследователи называют разные временные рамки этого события. Знаете, я бы назвал завершение написания последней книги Нового Завета как завершение написания канона. Я думаю, что после этого Бог не давал никакого еще откровения, которое должно было бы стать частью новозаветного канона. Но и история о том, как Церковь пришла к определению книг, входящих в канон Нового Завета, тоже интересна. В этом курсе по богословию мы не углубляемся в изучение церковной истории. И даже в первой части богословия, богословие 1, мы не углубляемся в историю, когда рассматриваем написание Священного Писания. Конечно, мы могли бы углубиться в эту тему и лучше ее рассмотреть, но я не уверен, что более глубокое рассмотрение истории написания канона Нового Завета будет самым информативным путем при рассмотрении написания канона в рамках курса по теологии 1. Было много изучений, исследований в этой теме, много книг было написано по этой теме. Не уверен, что в последние годы было много написано серьезных книг по этой теме, о которых бы люди говорили, вот это действительно интересная книга, интересное исследование. Но все же немало полезного и нужного написано об истории возникновения канона, и написано было не в столь далеком прошлом. Думаю, что более детальный ответ на ваш вопрос могут дать вам преподаватели из Департамента истории Церкви. Они могут подсказать вам, где лучше искать информацию, какие книги лучше прочитать, если вы больше хотите знать по этим вопросам. Я знаю эту историю, но я думаю, что много временных служений в Церкви являются временными, потому что был ограниченный доступ к написанному Откровению Божьему. И на самом деле понимание канона происходило в развитии.
Так что завершение века апостольства могло привести к закрытию церкви, если бы не было Библии. Что ж, опять хочу повторить, что этот вопрос частично исторический, частично богословский. И это не просто всего лишь вопрос о том, какие книги должны входить в канон Нового Завета, но и также исторический вопрос о том, когда последний апостол умер и когда апостольский век прекратился. Но если вы верите, что апостолы есть и в наши дни, и если вы утверждаете, что апостольский век не закончился, он продолжается, есть апостолы в наше время, или, с другой стороны, если вы утверждаете, что апостольский век только был в эпоху Первой христианской церкви, при этом, когда мы смотрим на людей, которых называли апостолами Иисуса Христа в тот век, в Новом Завете, и видим, что к какому-то времени они уже отошли в вечность, но точной даты смерти последнего апостола у нас нет, но все же есть определенное понимание, что вот когда они все умерли, тогда и закончился апостольский век. Однако в каком-то смысле мы можем говорить, что мы до сих пор живем в апостольский век, потому что мы продолжаем доктрины первых апостолов в наше время. И, конечно же, то, что мы читаем в Библии, то, что связывает и объединяет нас в наше время, это именно те книги, которые были написаны либо самими апостолами, либо людьми, близкими к апостолам. Так что в этом смысле мы продолжаем действие апостольского века. Но есть другие люди, которые, говоря об апостольском веке, подразумевают наличие апостолов, конкретных людей в наше время, которые совершают апостольское служение. И на это, конечно же, другие могут сказать, нет, в этом смысле апостольский век закончился. Ну хорошо, я, конечно же, понимаю, что все здесь не настолько абсолютно точно. Мы не можем четко прочертить линию и говорить, что вот до этой линии это был апостольский век, а потом стало что-то другое. Я осознаю, что мне недостает исторической информации для того, чтобы четко, конкретно прочертить подобные линии. Да, пожалуйста, еще один вопрос. У меня вопрос по предыдущей теме насчет церковной организации. Есть ли связь между церковной структурой, организацией и духовностью? То есть, если церковь лучше организована, значит ли это, что она и более духовна? Да, очень хороший вопрос. Вопрос о том, есть ли какая-то корреляция, связь между уровнем духовной зрелости церкви и сложностью, разнообразием ее организационной структуры. Я ничего не вижу в Писании, чтобы связывало эти два понятия. Я вижу много текстов в Священном Писании, которые говорят, что есть необходимость в духовном росте членов церкви, всей церкви. Много говорится о средствах и способах духовного роста и так далее. И есть места в Священном Писании, которые, хотя и прямо не говорят о церковной организационной структуре, но то, о чем они говорят, требует хотя бы какой-то церковной организации. Но я не вижу никаких мест в Священном Писании, которые бы говорили, вы будете более духовным, если у вас будет меньше организационной структуры в церкви. Ничто в Писании не указывает на такую взаимосвязь. Конечно же, говорится о том, что предпочтительно, чтобы поклонение Богу проходило в порядке, в устройстве, чтобы все происходило удобно, уместно и в упорядоченном виде. Методы и способы такой организации в Писании обычно в деталях не обсуждаются. Ну вот, во всяком случае, в первом послании к Коринфянам мы видим, в 14 главе мы видим конкретные рекомендации для того, чтобы во время служения все было в порядке, говорение на языках и пророчество не должно практиковаться, если нет истолкователя. Но если в церкви имеется кто-то, кто имеет дар истолкования иных языков, то это допускается, но при этом важно, чтобы не все одновременно говорили на иных языках.
они должны говорить по одному, один за другим. И причина, по которой устанавливается такой порядок, не в том, что если будете все вот так делать, то будете более духовными. Нет, но объясняется это тем, что мы же поклоняемся Богу, который Бог, не Бог неустройства, но мира. Но здесь важно еще раз подчеркнуть, что в Писании не говорится о том, что если вы не делаете это все по порядку, имеется в виду говорение на иных языках, пророчествах и других подобных вещах, если вы верите, что есть проявление подобных служений в ваших церквах, мы не говорим, что если вы будете делать все в порядке и по порядку, тогда вы будете более духовными. Или что вы менее духовны, если вы не придерживаетесь этих рекомендаций. Я не думаю, что именно в этом смысл этих текстов. Смысл в том, что цель служения поклонения или цели служения поклонения в том, чтобы в первую очередь иметь взаимоотношения с Богом и также иметь взаимоотношения с людьми, которые с вами в церкви. И если в вашем церковном служении поклонения необычно много беспорядка, или вообще нет никакого беспорядка, то мы понимаем, что мы этим не можем смутить Бога. А вот люди, которые вокруг нас, они могут быть смущены, но ведь Бог не хочет, чтобы мы собирались на собрания, на которых ничего значимого не происходит. И при этом люди отвращаются от благой вести, отвращаются от Господа. Мы ведь все надеемся, что наши церковные собрания, богослужения будут полезны для научения, наставления, для духовного роста всех присутствующих. Но еще раз хочу подчеркнуть, нету никакой связи между степенью духовной зрелости и уровнем церковной организации. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.